Привет, я Наталья Потанина, а это Владимир Леницкий. И мы уверены, что учителя для учеников должны быть примером во всем, и даже физической активности. Знают ли они, что такое ГТО, и готовы ли к сдаче норм? Сейчас и узнаем. А вы представьте, почему? Как это, человек боится? А чего вы боитесь? А вы учитель начальных классов? Ребенок, получается, как первоклассник, да, боитесь? Представляете, как они вас боятся? Не, они меня не боятся, я добрая. Вот и вы меня не боитесь, я тоже добрая. Готов к труду и обороне. Вот, а вы готовы? Я сама, ну, не совсем, наверное, готова. Утром, перед тем, как дети приходят, первый звонок, у нас звонок на зарядку, и вся школа начинает зарядки. Как, есть усталость какая-то чувствуется? Приятная усталость чувствуется. А вообще вот у учителя какая вот самая больная, так скажем, часть тела? Ну, то есть спина. То есть спина все. Спина, да? Много часов стоит. Давайте, может быть, покажем пару упражнений, что вы можете делать. Дети ушли из класса. Чем может заняться учитель в это время? С удовольствием. Пожалуйста. Поздравляем, вы прошли наш физконтроль. Про ГТО. Вот в Советском Союзе был комплекс норматив в ГТО. Сейчас его ввели. Вы в курсе, что его ввели заново? Да. А вы не хотите получить знак? Нет. Почему? Некоторые элементы я уже не смогу выполнить. А вы знаете, какие элементы в вашей возрастной группе? Давайте мы посмотрим. У нас есть шпаргалка. Ну давайте, 45. Вот смотрите, мужчина, бег на 2 километра, подтягивание. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. Ну, это отжимание, да, я так понимаю? Ну, сколько? Вы должны на золотой знак, ну, отжаться 28 раз. Отожмитесь? 28 раз. Не знаю. Ну, давайте проверим. Ну, все-таки не будем. Виктор Борисович, учитель физкультуры, ведет нас в спортзал. А вот биологи, химики, физики, видите, физик у вас отказался чуть-чуть не выполнять упражнения, поэтому вы наше спасение теперь. Вот я ж не зря с тренером пришла. Давайте он покажет упражнение, вы повторите. Давайте. О, без проблем. Вы настоящий молодец. Ох, учителя, измучили нас. Но они все равно молодцы. А если ты хочешь, чтобы мы однажды проверили тебя и пришли к тебе с Владимиром Леницким, проверить, готов ты или нет к нормам ГТО, оформляй пост в соцсетях с хэштегом «Физконтроль», и мы обязательно встретимся.